И всем привет, народ! Сегодня мы с Лайкменом решили замутить для вас битву тюнингов в такой игре, как RX Drift, которая есть в Steam. Вот, наткнулись мы на нее случайно, но оказалось, она очень такая прикольненькая. И решили сделать это для вас. Приятного просмотра! Так, а что выбрать-то? Ну, не знаю, какая сейчас актуальная? Для... Современная? Ты этот... EV10? Ну, EV10, кстати, тоже, да. Вот такая там. Чё? Чё-то я её обделал слишком. Ну, а тебя обделал, наверное? Ну, такая фиолетенькая, с бирюзовой. Ну можно этот сделать еще 350-й Z. Или какой он 370-й. 350 надо все-таки. Только в новом выглядит. Пятое поколение. Зисмо. Зисмо. В пятом. Да, Зисмо. Прям в втором столбике, в третьем. А, ой. Ну, в принципе, можно, да. Значит, ее. Так, значит, у нас есть 10 минут, да? Делаем в классе дрифт. Рен 31 минут, 41 минут. Все, мы заканчиваем, мы заходим на какой-нибудь сервак. Ну, или свой создаем. Все. Every time I look at you, I see it in your eyes. They're pretty, yeah, but no, not like diamonds in the sky. I look into your soul, don't like what I can see. But you can make me whole, piece by piece, you've broken me. Piece by piece, you've broken me. But don't you worry, I'll be okay, be okay. So don't you worry, I'll be okay, be okay. Without you. Can you see how far we've come? We moved but never left. Guess it's over, yeah, we're done. You said we had it all, but all we had was you. There was never room for us. Piece by piece, you've broken me. Piece by piece, you've broken me. Now all that's left to do is clean up all the pieces. I'll clean up after you. Without you.
чи спинку, чи біда. Чак на заправку. Я тебе ще не вижу, Коля, тебе не вижу, только вдали. Я тоже не вижу. Да, блядь, уже стол врезался. Люди. У тебя дыма-то нет, точно. Побереги, то есть. А? У тебя дыма нет, тебя везет. Я хотел спрятаться от тебя дымом, но не получилось. А-а-а. О, заправка нашел, все. Вот заправка, смотри. Ты видишь на карте, да, Нина? Да, я вижу, что ты едешь. Unless you feel your heart is dead. Такое видео у нас получилось. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравилось, естественно, ставим лайк и в комменты пишем, чья машина вам больше всего понравилась. А, хотя нет, подождите, еще не все. Пару смешных моментов напоследок. Снимал серию, блин. Да, да, да. Столько попыток не дали. К морде надо, да? Да, да, да. Только знаешь, как ты должен встать? Блин, надо сначала показать, как ты должен встать, а потом поехать, типа. Сейчас я подъеду. Давай. Да, еще раз потренируешься. Во, вот это красиво было бы, но далеко. Вот, теперь смотри. Не так? Вот левее рули. Это право, Витя. Толпоёб. Это видео наберет, я думаю, нормально просмотру. Как мы делали под съема. Блять. Я видел тебя через стекло, через свои. А? Через свое стекло видел тебя. Я и завтра монтировать буду ржать сидеть, наверное. Это... Лали, лали, пап, я не ныряю, пап.